Сегодня последний рабочий день перед Днем Победы. Праздничные мероприятия уже начались. Вся программа есть на сайте Министерства культуры. В столице республики 9 мая ряд центральных улиц будут перекрыты для движения транспорта. С 11 до 16 часов нельзя будет проехать по проспекту Ленина, улицам Карла Маркса, Ленинградской, композиторов Воробьевых, Ярославской, Президентскому бульвару и по самой Красной площади. С 21.30 до 22.30 закроют для проезда проспект Ленина, улицы Карла Маркса, Ленинградскую, композиторов Воробьевых, Нижегородскую, Ярославскую, Константина Иванова, Сергия Радонежского и Калинина. Также движение будет ограничено по Московскому проспекту, дамбе Чебоксарского залива и в районе монумента Матери Покровительницы. Запрет на проезд не коснется общественного транспорта. Для удобства горожан День Победы троллейбусы будут работать до полуночи.